Всем привет! Увидев у меня на рыбалке вот такую вот стоечку, один из моих друзей попросил сделать ему такую же, чем сейчас и займусь. Эту стойку я себе делал еще в прошлом году. Очень она мне понравилась. Достаточно удобная, то есть на нее можно крепить вот таким вот образом, как обычную удочку поплавковую. А если вот в эту сторону развернуть и воткнуть практически вертикально, то сюда встает спиннинг. Места она много не занимает. Достаточно компактная, прочная и втыкается практически в любой грунт. Так что я думаю, если вы такую стойку не видели, она заслуживает вашего внимания. Размеры я делал здесь произвольно, то есть сейчас я вам покажу лишь принцип ее изготовления. От старого дивана лягушки остались вот у меня вот такие вот крепежки. Из них я, наверное, буду ее делать. Хотя, в принципе, вы можете делать это даже с обычной стальной проволоки. Из крепления извлек две вот этих вот заготовочки. В принципе, это уже практически материал на одну стойку будет. Загибать буду не как здесь полукругом, потому что это я гнул из проволоки, она намного мягче. Здесь я буду гнуть уголком и одну и вторую часть. Мудрить ничего не стал, гну при помощи обычного шведика. Точность тут сильная не нужна. Загибаем примерно под 90 градусов. Вот две вот таких вот заготовочки получилось. Теперь нужно вот этот вот угол сделать приблизительно под 45 градусов. Это буду делать тоже так же, с помощью тисков зажму и выгну. И вот, друзья, готовый результат. Забыл обратить ваше внимание, что одна часть должна проходить свободно через вторую. То есть получается одна часть чуть-чуть пошире, вторая чуть-чуть поуже. Которая пошире, это будет держатель для удилища. В качестве фиксаторов буду использовать обычные мебельные уголки. Ну, это опять же, у кого что попадется под рукой, можно просто вырезать кусок пластины, загнуть ее и просверлить отверстие. У меня вот есть ненужные уголочки, которые как раз замечательно сюда подойдут. Теперь на более широкой заготовке отмеряю по 17 сантиметров с обеих сторон и отпиливаю. Более узкую заготовку отпилю прямо вот по этим вот изгибчикам. Она будет втыкаться в землю. Одна вот эта вот часть от более широкой заготовки как раз пойдет на перемычку. На более широкой части теперь нужно сделать два загиба под 90 градусов, которые должны смотреть вовнутрь. Это будет крепление. Ну вот уже что нарисовалось. Теперь нужно сделать перемычку. Загну уголок и здесь сделаю 90 градусов. Распорочка готова. Вот в таком виде это уже получается вертикальная стойка под фидерное, допустим, удилище или под карповое. А вот в таком виде это будет уже стоечка под удочку. Ну а теперь остаются только сварочные работы. Все это дело надо сейчас собрать в кучу. И стоечка будет готова. Размечаю место крепления. От начала вот этого изгиба до края уголка 12 сантиметров. И с другой стороны точно так же. Ну и, собственно, вот что у меня получилось. По сварке не смотрите. Сварщик я никакой. Только купил сварочный аппарат и тренируюсь. Стоечка готова. Осталось только заострить нижнюю часть. Если вам надо порыбачить на удочку, вот так вот разложили. Вставили удочку. Нижнюю часть воткнули в землю. И вот так вот она будет стоять. Если вам надо поставить спиннинг или донку, вот нижнюю часть откинули. Вот сюда вот втыкается спиннинг. И точно так же воткнули в землю. Стоечка компактная, легенькая и универсальная. Сейчас заострю нижние кончики и покажу конечный результат. Ну и вот принцип действия такой стоечки. То есть, если вам надо порыбачить вертикально, пришли, втыкаете ее в грунт, ставите спиннинг. То есть, стоит надежно, все отлично. Если вам надо порыбачить на удочку, опять же, вот так вот делаете переднюю часть, втыкаете и ложите удочку. Такими подставками я уже пользуюсь третий год где-то, ни разу не подводили. Держат надежно, удочки у меня 7-метровые, достаточно все жестко и крепко. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел это видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки.
Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. Ждите от меня новых интересных видео. Всем пока!